Два месяца назад простые люди, такие же, как вы, объединились в прекрасную инициативу, которая смогла достичь очень многого. Гораздо больше, чем многие другие структуры, которые должны были бы сделать эту работу. Это тысячи людей по всей стране, которые объединились ради одной цели – помощи нашим медикам. Люди, которые шили костюмы у себя дома, на своих швейных машинках. Люди, которые тратили свое время на то, чтобы доставить средства защиты в больницу. Люди, которые пожертвовали частью своего времени для того, чтобы помочь другим людям, которые спасают нас от пандемии коронавируса. И это в силах каждого из нас. И каждый из нас может сделать то же самое. Вы волонтер, вы хотите помочь какому-то учреждению либо госорганизации. Ваша первичная задача – это узнать запрос от этой организации. Следующим пунктом важно найти ресурс. Это могут быть либо люди, либо поставщики, либо продавцы, либо финансы для того, чтобы этот запрос закрыть. Для этого вам необходимо написать либо в свои социальные сети, либо в местные паблики, чаты и анонсировать эту проблему, объявить всем о том, что вы собираетесь эту проблему решить. Самая простая помощь – это купить чай, кофе, батончики энергетические, передать это в больницу. Это будет очень большим вкладом. Несмотря на то, что это не средство защиты, которое сложно достать в вашем городе, а это помощь, которая будет идти от сердца и которая очень многое даст врачам, которые почувствуют вашу поддержку. Это могут быть небольшие дела, которые направлены на улучшение жизни в конкретном городке, либо это могут быть какие-то большие вопросы, связанные с жизнью многих людей. В любом случае, любое участие бизнеса очень важно, потому что это люди, которые имеют опыт работы с ресурсами, людскими, материальными, которые могут привлекать к себе очень много разных влиятельных особ, которые могут повлиять на ситуацию в вашем городе и в нашей стране. После того, как вы найдете необходимый ресурс, вам важно правильно передать его в учреждение. Для этого в описании под видео вы найдете юридическую памятку. BayCovid-19 – это команда друзей. Людей, которые каждый берут себе задачу по силам. Кто любит шить, тот может шить на дому защитные костюмы. Кому нравится ездить за рулем на дальние дистанции и возить эту помощь, тот может сесть за руль. И в этом особенность любой волонтерской компании. Здесь нет командиров, здесь нет начальников. Здесь все равны, и каждый человек берет себе ношу по силе. Больше всего меня впечатлило и удивило в этой компании, это то, как в дело включился бизнес. Например, есть люди, которые предоставляют бесплатный ночлег для волонтеров и активистов, которые занимаются помощью медикам. А есть люди, которые жертвуют десятки тысяч рублей на покупку необходимых средств защиты. И это участие на разном уровне, но каждое из таких участий очень важно. Мы вам очень благодарны, помощь будет использована по назначению. От вас очень много зависит. Спасибо большое. Сегодня такое время, когда даже один человек очень многого может добиться. Одним постом в Фейсбуке или ВКонтакте или в Одноклассниках вы можете поднять большую проблему, которая стоит не только перед вами, но и перед всем вашим городом. И каждый из вас может включиться в работу, которая сделает нашу жизнь лучше. Например, помочь врачам вашей больницы. Как сделать пост о том, что врачам нужна помощь, и описать, какая конкретно помощь. Существует мнение, что пиариться на благотворительности – это неправильно. Я считаю, что если вы публично собираете средства, то вам точно так же публично необходимо о них отчитываться. Важно понимать, что хороший пример точно так же заразителен, и вы можете послужить примером для других людей, а оказывать помощь тем, кто в ней больше всего нуждается. А в этом вам может помочь ваше желание помочь и люди, которые к вам присоединятся, когда увидят, что вы что-то делаете. Потому что, особенно в малых городах, боятся быть первыми. Надо быть первыми, потому что кто-то должен идти первым по тропе, кто-то должен проторить эту дорожку. И пусть это будете вы. Мир держится на неравнодушных и отзывчивых людях. Спасибо вам огромное за оказанную поддержку, помощь и участие. От лица всех наших сотрудников. Спасибо огромное.